Всем привет! У нас гидроизоляция началась. В санузле на втором этаже. Вот уже прошли. Все, покажем, как он называется. Вот такая штучка. В общем, она как резина, такая вот тянучая, белая. Вонючая страсть. Фу, мы тут задохнулись. Сейчас окошки открыли проветрить. Пройдет час, и можно наносить второй слой. Но это вот только здесь мы наносим гидроизоляцию, где будет вода. Здесь, в принципе, она не нужна, здесь будет обычная плитка. Сейчас вам покажу плитку, какую мы купили. Ну, на пол. Так, а это вот плиточка у нас, вот такая вот. Напольная плитка. Такой сиреневого цвета. Но на камере посветлее, а так потемнее она выглядит. Всем привет, друзья! У нас сегодня второй день работы. Вот в том санузле на втором этаже. И сегодня я такая вся не накрашенная. Короче, абы какая, по-домашнему выгляжу. Сейчас я вам покажу, что мы там сделали и что предстоит нам сегодня сделать. Так, пока установили временно унитаз, потому что ночью, конечно, на втором этаже без него нереально жить. Пока спустишься вниз, можно проснуться 50 раз. Так, что у нас тут? У нас высохла вот эта вот грунтовка акриловая. И она, знаете, такая, я вот ее щупаю, она как будто как резина. Прорезиненная получилась такая поверхность, гладкая. В общем, прошли мы в один слой, а нужно сделать таких два слоя. И, в общем, сегодня мы должны этим заняться, по идее. Потому что вот тут вот были какие-то микро такие вот трещины на бетоне. И нужно обязательно их замазать, чтобы в них попала вот эта грунтовка. И потом в будущем не было никаких протечек на первый этаж. Поэтому если делать, то нужно делать, конечно, все по уму. Так что вот такие пока планы на сегодня. Сегодня у нас суббота. И сейчас Валера приедет с работы пораньше и приступим. Какая же ты красивая у нас киса. Да, прям важный такой барин, да. Очень важная киса. Он рыбку поел. Рыбку поел, такой довольный. Такой хороший, не могу. Продолжаем. Так, и начался у нас процесс укладки плитки на пол. В первую очередь мы сначала размечаем, рисуем на полу такие рисунки, чтобы понять, как нам распилить и запилить. То бишь, решили по диагонали ложить, укладываем, процесс начался. Все, да, только мы должны потом не забыть про рисунок на плитке. А что с ним? А вот он, как сказать, должен быть в одном направлении, ромбики, а у тебя уже, видишь, как лежит плитка. Ты потом только не забудь, подбирать смысле? Надо. В смысле подбирать? Ну ты вот посмотри на плитку, видишь, рисунок разный. Ну, посмотри на ромбики. Треугольнички? Да, треугольнички, видишь, как они у тебя лежат? Так. Да, то есть... Это хорошо, правда? Да, потому что очень сильно в глаза бросается. Угу. А так вот, видишь, они в одной плоскости лежат, да. Дочка, не наступай за руку. То есть вот так, видишь? Вот. Угу. Видишь, оказывается, жена какая умная-то, ё-моё. Ну, это да. Я умная, я первая. Так, ладно. Все, ставь, я пошел. Так, по чуть-чуть подрезать, да? Угу. Так, сейчас подрежем. Начинаем. Чуть-чуть сантиметрик.
общем, нарезаем плитку. Вот так вот все это получается дело. И завтра, наверное, будем класть или когда там на днях. В общем, пока что вот так вот все подготовительные работы. Вот таким вот макаром плитка будет. Я уже жду не дождусь, когда я здесь полы начну мыть нормально. Так что вот такие вот у нас дела, да, дочунчик? Что такое? Расскажи нам что-нибудь. Не хочу. Понятно. Нам задали басню учить. Басню учить задали? Мартышка и очки. И что тут такого сложного? Я ее уже полчаса пытаюсь выучить. И у меня не получается. А сколько-нибудь выучила? Ну да. Сколько? Я выучила, ну... почти все. Так, целый вечер ушел на то, чтобы все это размечать, отпиливать и собирать вот такой пазл. В общем, продолжение будет. Подписывайтесь на канал, следите за нашим ремонтом. И в ближайшие дни Валера будет укладывать плитку. Так что всем до встречи, до следующего ролика. Пока! Я не могла это не заснять на камеру, потому что у нас сейчас уже 10 часов вечера, и мы надели на кота 3D-очки, и он лежит, даже не шелохнется. Киса, здравствуйте. Как вас зовут? Да? Скажи, да пошли вы, я уже спать хочу. Все, спокойной ночи.